Магазин Победа, видеообзор на планшет iPad Mini 2. На сайте указано то, что здесь 16 гигабайт, по факту на самом деле здесь 64. Засветы какие-либо на нем отсутствуют. Царапин тоже особо на нем нету, по корпусу не наблюдаются. Корпус тоже в состоянии хорошем. Работает он полностью исправно. Wi-Fi подключен, Wi-Fi работает. Сейчас находится на зарядке, зарядка тоже работает исправно. Собственно, интернет также открывается свободно. И проверим также звук. Звук работает четко и исправно. В комплекте к нему ничего нет, просто планшет.